Здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, ваш бессменный и самый лучший ведущий программы «Мир наизнанку» Руслан Карачебан. Предлагаю вам снова погрузиться в мир путешествий по странам, где нас ожидает море удовольствий и незабываемых впечатлений. Мы начинаем наше с вами путешествие в Китае. В Китае всегда ценилась женская красота, что только девушки не делали, чтобы угодить видениям мужчины, ведь на тот момент они были строги. Девушкам приходилось скрывать свою фигуру и делать множество манипуляций со своей внешностью. В Китае, как ведущей по развитию разных индустрий стране, также очень развита железнодорожная. Китай разрабатывает высокотехнологические поезда, которые поставляют разные товары практически во все страны мира. Относительно недавно и через наш город стали приходить эти китайские товары. Да, я, конечно, знал, что поезда нашего порта стоят не просто так, но что они перевозят товары с такой дальней страны, для меня это новое. Это то, чем стоит гордиться в Риме. Ну что, вы готовы продолжить наше с вами незабываемое путешествие? Сейчас мы в самом сердце Франции, в Париже. Париж всему миру известен как столица мировой моды. Также Париж называют и городом искусства, ведь здесь вашего внимания ожидают множество картинных галерей, театров, музеев и выставок. И вправду говорят, какая тут вкусная выпечка, но самое лучшее здесь это атмосфера. Здесь такие добрые, отзывчивые люди, что я на миг оказался в своем родном Риме. Город на семи холмах, прамастер всех городов, столица мира, и все это Рим. Место, где можно прикоснуться к незабываемому прошлому, от незапамятных времен и до теперешних дней. Если для нас пицца ассоциируется с каким-то праздником, то для итальянцев пицца и паста – практически ежедневный прием пищи. Интересный факт, что в Италии до сих пор продолжают собирать виноград. Более того, его используют не только для изготовления вина, а и для прочей пищи. Собирать виноград – очень кропотливая работа. Я помню, как в детстве я приезжал в родное село моей бабушки в Долинское, где я ей помогал собирать виноград. Ну что, дорогие друзья, наше увлекательное путешествие подходит к концу. Вы, наверное, утомились. Честно говоря, я тоже утомился от нашего увлекательного путешествия, но я знаю место, где можно всегда отдохнуть. Место, которое я вспоминаю снова и снова. Это мой любимый город Рим.